Здравствуйте, друзья. Мы находимся в ресторане. Вот это его меню. Называется он «Катана». Ресторан японский. Ну вот, очень красивое меню. Давайте я вам покажу. Такое красивое меню, напитки. Что там дальше идет? На старт. Суши. Пошли суши. Это очень приличный ресторанчик. Так вот, я тем ребятам, которые местные, здесь никогда не были, вот я им советую. Так, меню, бог с ним, с меню. Вот нам принесли уже... Вот мне принесли уже супчик мой. Называется мисо-суп. Вот, нам всем принесли, нас тут есть. Мы скрываемся, это секретная съемка. Скрытые камеры. Вот это мисо-суп. Он обычный вкусный японский супчик. Света, что ты скажешь про мисо-суп? Хороший супчик. Все, ждем дальше. Вот, друзья, нам принесли, что называется, пошерить. То есть нам набросали в одну тарелочку много-много разного. Красиво. Тут и сашими мы видим, да, вот там рыбка лежит отдельными кусочками. И а где моя Калифорния ролл, хотел бы я знать. Это только сашими. Их еще не принесли, я понял. А что вот это такое? Вот это? Тоже сашими. Нет, это похоже на икру. А вот уже подошли и остальные участники нашего парада. Вот, Калифорния роллс. Немного. Так, все вместе, пожалуйста. Вот, а та уже начали кушать, ну, раз и два. Вот все вместе. И, конечно, друзья, как это часто бывает, начав катиться по наклонной плоскости, не затормозишь. И закончился наш ужин вот этим жареным бананом со сливками. Вот. Так что, попробую, скажу. Ну что же, друзья, вот берем немножко все. Сливки. И так с бананчиком. Раз. Вот. И... Неплохо. Неплохо. Рекомендую. Когда дойдет до этого дела, не отказывайтесь. Мать, не ты сказала? Нет, это так они сами принесли, мы даже не заказывали, да? Чего они вдруг? Она спросила. Может быть, на другой столик несли, Алина?